Маята и мята. Поскольку мой канал называется Маята и мята, то решила записать видео со свежей мятой, со свежей летней мятой. Сегодня день проникнут маятой, которая так глубоко внутри, что кажется, ты умер, ты замер на кровати, ты лежишь и чувствуешь распластанность свою и сильное долженствование дать этому внутри пройти свои круги, пока так растревожен рой из лоскутов тумана, их разноцветие и плотности иной у каждого и разноскоростного движения. Вернуться на круги своя, чтобы установить покой и равновесие, что мята серебристо-серым своим шалфей сплетает ароматом канву тумана в полотно и свежестью своей. Нет, мята снимает маяту и хаос, кидая покрывало на внутри весенней порослью воспрявший дух.